Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Пожалуйста, меня зовут Носкова Ольга Владимировна, председатель Союза журналистов Нижегородской области. Ольга Владимировна, а как Союз журналистов Нижегородской области содействует Академии в продвижении ее идей и идеалов, можно даже сказать, аграрного толка? И как вы взаимодействуете с НГСХ? Вы знаете, с нашей родной Нижегородской сельскохозяйственной академией у нас общие идеи и идеалы, поэтому я думаю, что наше сотрудничество будет интересным и плодотворным, а не сотрудничать мы не можем, мы просто обречены на это сотрудничество, потому что большую часть журналистского корпуса, тех людей, которых мы сегодня видели в зале, составляют как раз журналисты районных изданий. Поэтому кто, как не районщики, знают, чем живет село, что селу нужно и каких специалистов нужно готовить для того, чтобы село жило лучше и интереснее. Что лично вы думаете об аграрной тематике, вообще о сельскохозяйственной тематике? Некоторые рассуждают, что вот, это не так интересно, на самообеспеченность пусть работают. А вот что лично вы думаете? Я лично думаю, что от того, как живут наши крестьяне, зависит то, как живем и будем жить мы. И на самом деле знать, что происходит на земле, должен каждый человек, начиная от президента, кончая нами с вами. Поэтому журналисты обязаны знать, любить и поддерживать село. По-моему, это очевидно. И последний вопрос. Сельхозакадемия реализует такие проекты, как аграрные классы в районах, в школах. И готов ли СЖР подключиться к конкретным проектам по столь важному делу? А вы знаете, нам только нужно понять, вот где ваша зона ответственности, а где наша. То, что мы умеем, мы всегда с удовольствием для вас делаем. Спасибо за сегодняшнее мероприятие. Вам спасибо за сегодняшнее мероприятие, за то, что Сельхозакадемия смогла предоставить нам возможность встретиться с коллегами, пообщаться, поздравить друг друга с праздником. Вам спасибо. Я думаю, что это тоже такой вклад в нашу копилку общих отношений. Спасибо. Спасибо вам.